Где номера, посмотри на табличку. Что? И то, блядь. Я с ребятами. Что за хуйня у тебя в руке? Есть разрешение снимать эту машину? У тебя должно быть оно. У тебя должно быть снимать не разрешение подожди, снимать эту машину. Видеофиксация какая-то происходит. Не, я время смотрю. Дорогие друзья, у меня к вам огромная просьба, досмотрите этот сюжет до конца. Это очень важно. Я обращаюсь к каждому из вас, кто посмотрит этот сюжет. Не забудь в конце видео подписаться на нас, если ты не подписан, поставить палец вверх, написать комментарий, желательно, чтобы он состоял не из одного предложения, а нескольких. Чем больше ты напишешь комментариев, тем лучше будет продвигать YouTube наше видео. Что вы так не рады нас видеть? Рады? Это отлично. Но я вам больше рад, чем нашему напарнику. Нормально все у вас? Это красиво. А вас никто не отвлекает? А почему? Я не могу задавать вопросы. Если касается ситуации. Мне кажется, касается. Они все имеют причину, поверьте. Я вас не отвлекаю, товарищ Куридин. Не отвлекаю вас никак. Я вам не товарищ, а ну, может быть, не товарищ. Тогда, наверное, это полицейский. Он хочет сфотографировать. Интересно, что это за административная процедура, которая сейчас происходит? Какая? Ну вот сейчас вы снимаете на свой телефон, да? Видеофиксация какая-то происходит. Не, я время смотрю. Сказочный долбоёб. Время смотрите, да? Я видел, как вы время смотрите. Наверное, сразу время. И даже зафиксировал, как вы время смотрите. Вы что-то прям как-то это всем режим предупреждаете. Вас это волнует очень сильно. Ну это, наверное, вас волнует каждого, наверное, водителя предупреждать о том, что снимают. Давай, я вам не запрещаю это говорить. Я с вами просто начинаю делать. Занимайтесь делом, не отвлекайтесь. Спасибо. Пожалуйста. Служите, инспектор, служите. Он вас остановил за непристойное поведение и вас остановил. Вы взяли, а вы для себя, я понял. Это нас спасло от штрафа. Это вам визитка, вступайте в наши ряды. Машины, да, потому что машины за это, блядь. Не надо им давать.
Не надо убивать. Это ребят, подскажите, а за что инспектора остановили? А? Дорожный контроль. А-а-а. За деятельностью полиции. Да, и сзади вот оказались молодые люди непристегнутые. Непристегнутые? Так вы, может, были пристегнутые? А? Нет? Чё там, да? Не волнуйся. Я с ребятами общаюсь. Какая машина? Я с ребятами общаюсь. Привет, машине, я сказал. Да что случилось? Твоя машина? Нет. Иди номера посмотри на табличку. Что? И то, блин. Я с ребятами. Что за хуйня это руки? Есть разрешение снимать эту машину? У меня должно быть она. У тебя должно быть снимать разрешение снимать эту машину. Я с тобой спокойно общаюсь. Отойди от моей машины. Подожди, мы с тобой спокойно общаемся. Отойди от моей машины. Я не к твоей машине подошел, подошел пообщаться с ребятами. Ты стоишь возле моей машины. Я с тобой спокойно общаюсь. Давай нормально, я не хочу с тобой общаться. Тогда давай просто отойдешь. Вот ты отойдешь от моей машины. Я подошел к ребятам. Будешь стоять. Парни, вы хотите с ними общаться? Они не хотят с тобой общаться. До свидания. Мне ребята сейчас скажут, что не хотят общаться, я найду. Они помешали. Ты же, наверное, за них. Не хотим, все. Все. Шуми так не надо, разговаривать спокойно. Нет, ты стоишь, мы с тобой, я на тебя не шумлю, а ты мне сейчас агрессивно меня ведешь. Я всегда так разговариваю, понятно? Ну, мне что, теперь тебе тоже так отвечать? Ну, так же да агрессивно вести? Нормально это, нет? Нормально. Абсолютно ненормально, понимаешь? И что? Да ничего хорошего нет, ничего нет хорошего. Когда спокойно, нормально люди общаются, да? Договариваются, да. Это нормально. Я тебе сказал, что я в машине, понимаешь? Спокойно, можно говорить. Да, смотрится все по херни. Смотри, ты насмотрелся. А ты нормально общаешься? Нормально. Это ненормально. На будущее. С людьми надо нормально общаться. А то потом должен получить такое же общение в обратную сторону, понимаешь? Охерели. Ты на себя посмотри, охерели. Смотри, чтобы ты не охеревал. Номера посмотри на него. Там что, нарисованы ш**ные номера или что? Читать. Книжки почитай. Книжки почитай. Понял? Умник. Вот книги читать, вот это будет хорошо. Да. Ты посмотри. Ты что ты думаешь, один ты зарабатываешь деньги, что ли? Его, слышишь, еще его инспектор оформляет. Так он еще чуть недовольный. Слушай, не знаю, что там козырно нарисовано. Может, я что-то не разглядел. Счастливо, чмошник. Пока, чмошник. Я ему говорю, счастливо, чмошник. Сан Саныч, у нас есть диета для вас еще одна. Конкретная. Это так вам на будущее, на ваши моменты, что вы это снимали. Что это за процедура, я не знаю. А то мы диету эту применим. На будущее вам, понятно? Вы мне угрожаете сейчас? Нет, вы мне угрожающие действия. Были вот такого рода? Как? Вот такие вот, как? Что-то вы хотели снять. И я вам говорю, у нас есть диета для похудения еще одна. Да? Да. Вот это заметьте. Вы степеев убиваете? Она к вам применима. А вы меня сейчас пугаете? Диета это положительно, это не испуг. Нет, диета это хорошо, это в тонусе. Вы мне сейчас это говорите, угрожаете. Вы слышите, диета? Диета не отличается. Диета это положительно, понимаете, в тонусе. Это в тонусе. В тонусе. Тонус, да? Отлично, у меня тонус. Отлично. Я тебя хорошо чувствую. Это самое главное. Это самое главное. А можно еще лучше себя чувствовать?